Вышла на улицу, мои платят на кассе. Вот здесь, видите, косить. Отсюда мы трактор наш взяли. В кредит мы его платим. Rural King. Ну вот, хочу посмотреть, что какие-то саженцы. Вижу очень мало вообще, по идее. В ограниченном режиме, вернее, количестве, какие-то для огорода саженцы. Огурцов нету, только вот видели. Капуста, петрушка, чуть-чуть лучок, укропчик, помидоры. Здесь камни. Целая куча камней навалена. Вот это все земля для грядок. Приспособление, чтобы ставить помидоры или что-то на улице. Сейчас, боюсь, будет ветер немножко. И совсем очень маленькое ограниченное количество, смотрю, здесь растений. Просто интересно, какая цена. Розы. Гвоздичка по 4 доллара. Декоративная травка 8. Ну, по сути дела, цены такие, как были и раньше. 7,49. Нарциссы, тюльпаны, вон, анютины глазки. Маленькие. Тут, если берешь за 3,99, вот сразу, видите, 6 штук. Миниатюрные крокусы, гиацинты. Тут покрупнее и тюльпаны есть. Ох, тут красота какая. Аромат сумасшедший стоит, а? Яблони. Яблони, яблони. Или что это? Нет. Это персики, пич. Персики. Не вижу цену. Интересно просто, сколько стоит. Вон, смотрите, пустые палеты. Всегда здесь было все страшно заполнено. Там вон эти кипарисики разные стоят, другие цветущие деревья. Здесь плодовые, ряд плодовых. Вишня продается. 36-37 долларов, значит, получается. Ну да. В прошлом году, помню, и по 17, и 25 было. Не знаю, с чем это связано. Конечно, еще зависит от размера. Видите, цветущие какие, большущий размер выше моего роста. Там, конечно, для сада вот эти очень красивые, декоративные. Стараюсь отвернуть от ветра, чтобы шума такого не было. 23 доллара. Белая сосна. 23. Сами видите цены. Вон какие красавцы. Это гиганты, которые растут. 30 стоит один такой. $3.25 галлона. Здесь еще идут. Ну, вот тут похоже на иву какую-то. Вот вам и магнолия с какими крупными цветами. Красотища. Ух ты, тут совсем высокие. Надо какую-нибудь другую машину брать. Елочки. Елочки по 12. Вот такой рост. А эти уже побольше, по 30. Бегом-бегом. Моим надо еще заехать в другой магазин. Докупить какие-то стройматериалы, пока не закрылось, чтобы закончить. Полностью хватило материалов на курятник. И, конечно, будут выбирать. Будут выбирать и сетку, чтобы выгул был для... Ох, как красиво цветет. Вон какие красные и розовые, бледные. Чтобы ястребы не утащили. Хищники у нас тут крутятся, высматривают все. Когда уже появятся курочки на улице. Там, вон, видите, какое дерево? Вот очень много у нас по городу вот такие вот невесты белые стоят. А тут декоративная. Видите, какая вишня, прелесть. Ну вот, показала немножко еще, что находится на улице. Делала несколько видео, посмотрю, как получится. Может быть, нарушение прав, там музыка играла, не смогу выставить. Поэтому покажу цыпляток уже, что купили в доме. Может быть, скорее так будет, что смогу поставить только это видео.
Было уже, я снимала в этом магазине. И когда поставила видео, то мне сказали, идет нарушение прав. И мне пришлось это видео удалить. Поэтому так думаю, что, скорее всего, будет видео только это. Довольно много машин собралось. Сейчас воскресенье утром, мы бежали первые, чтобы сильно не сталкиваться. Вон мои уже грузятся, я вижу. Машину заплатили. Везем цыпляток. Купили разных, покажу. Где-то когда-то, может быть, и показывала вам Rural King внутри, не знаю. Ну вот, спасибо за просмотр. Такое хаотично, бегом на ходу, так сказать. Быстро домой, мои поедут за еще строительным материалом для курятника. Всего хорошего, спасибо за просмотр. В нашем районе уже 3 человек, и рядом в каунте тоже один. И перевалило уже за 300 по Теннесси. С этой заразой, которая сейчас распространяется очень быстро. Ладно. Вон малютки пищат в таких домиках. Так что спасибо за просмотр. Грузимся и едем домой. Пока.